Мэрия с треском провалила начало пляжного сезона. По итогам работы комиссии по вопросам экологии Одесского горсовета депутаты подытожили, что всего лишь два пляжа из 79 готовы принимать туристов. Как оказалось, для введения пляжа в эксплуатацию необходимо оформить специальный документ, в котором свои подписи после проверки должны поставить 7 департаментов. В профильной комиссии проделанную работу назвали неудовлетворительной. Абсолютно неудовлетворительная оценка всем городским службам по подготовке и началу к туристическому сезону. Мы сегодня слышали ложь, откровенную ложь о том, что территория является доступна. Сегодня, кроме этих двух пляжей, ни один пляж из 42 гектаров не готов принимать отдыхающих. В этом проблема. Это провал, это крах, это позор. Кроме этого, всего три пляжа в городе обустроены всем необходимым для людей с ограниченными возможностями. Как оказалось, департаментом социальной политики подписано разрешение на работу 54 пляжей, из которых 51, по словам чиновницы, не имеют никаких приспособлений. В комиссии говорят, подпись авансом департаменту раздавать не в новизну, делают это уже 12 лет. Підприємці своїм наказом затвердять план проведення робіт, де буде зазначено, що там, припустимо, у 22-му році встановлюємо спуск на пісочну зону або встановлюємо спуск до води. Чоловік вряд ли обеспечений, правильно? Должен проїхати цілий день в маршрутці для того, щоб попасть на 11-ту станцію. Почему? Потому что вы дали возможность арендатору пляжу, который находится ближе к нему, авансом поставить подпись и эксплуатировать территорию для своего личного заработка.